Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Алматинской области. По данным Комитета гражданской авиации, это командир воздушного судна, гражданин Киргизии по фамилии Цой, второй пилот, гражданин Казахстана Евгений Кутафин и авиатехник Бейшибек Акматбаев. По информации Минздрава, на борту также находились двое врачей. Это врач-акушер-гинеколог научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Пацаев и врач-реаниматолог научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Женебек Артыкбаев. Пациентов на борту не было. Напомню, вечером 3 октября самолет авиакомпании «Иствинг» марки Ан-28, направлявшийся из Алматы в Шымкент по линии санавиации, исчез с радаров в 28 километрах от аэропорта Алматы. Позже стало известно, что он разбился от сильного удара. Обломки самолета были разбросаны в радиусе 200 метров. Это произошло в 19 часов 15 минут по времени Астаны в полукилометре от поселка Междуреченск на безлюдном пустыре. На месте происшествия по-прежнему работают экспертные экстренные службы, а также сотрудники управления по расследованию авиационных происшествий. По словам очевидцев, во время крушения были слышны два взрыва, после чего самолет загорелся. Огонь был потушен прибывшими на место пожарными. Судя по оборванным проводам, за несколько секунд до крушения воздушное судно протаранило несколько столбов высоковольтной линии электропередач. Круга три он сделал, и после этого он упал, и вспышка была. Две вспышки. Ну, он, получается, в столб вытолкнулся, и сразу искра провода под напряжением взорвался.